Самаре прошла генеральная репетиция парада памяти. Уже завтра по главной городской площади, площади Куйбышева, промаршируют военные, как и 78 лет назад, в холодном ноябре 41 года. Тогда на параде находились иностранные дипломаты из 22 государств. Они воочию убедились в мощи советской армии. Парад продлился 1,5 часа, став самым продолжительным из 3 проходивших в стране. В нем участвовали 25 600 военнослужащих. Историки считают, что парад 41 года в Куйбышеве произвел огромное впечатление на дипломатов. Предполагается, что подобная убедительная демонстрация мощи стала одним из факторов, вынудивших правительство Японии и Турции проводить более сдержанную политику в отношении СССР. Оказалось, что Советский Союз не сломлен и готов продолжать борьбу. Имеет резервы и современную технику, в том числе авиацию, по заявлениям немецкой пропаганды, полностью уничтоженную еще в начале войны. Участники завтрашнего парада, это не только действующие военные, готовились к этому событию заблаговременно. Оттачивали свои действия, свободное от учебы и работы время. Готовились усиленно. По вечерам, но все же готовились, приходили все. Никто не пропускал. Ну, старались, чтобы все было усиленно, нормально. Подготовка была хорошая. Каждую неделю проходили тренировки и здесь на площади, и у нас в подразделении. Поэтому мы старались подготовиться по максимуму и показать хорошую строевую подготовку. Традиция проводить парады памяти в Самаре зародилась в 2011 году. Главная тема нынешнего парада – солдатская слава. 7 ноября на площади Куйбышева задействуют 125 парадных расчетов. Они пройдут в сопровождении военного оркестра, который исполнит марши по партитурам 1941 года. Традиционно в Самарском параде памяти примут участие представители иностранных государств, в том числе и тех, чьи дипломатические миссии в годы войны были размещены в Куйбышеве. Парад памяти 7 ноября начнется в 12:00. Его главной изюминкой станет авиашоу. В небо над площадью Куйбышева поднимутся боевые машины времен Великой Отечественной войны. Прямую трансляцию парада памяти можно будет увидеть на нашем канале, а также на ГТРК «Самара» и «Губерния». Кроме того, онлайн-трансляция будет идти на Ютубе и в 4 виртуальных концертных залах в Отрадном, Похвестнево, Чапаевске и Жигулевске. Анатолий Головко, Константин Головин. События.